Сегодня мы в Алчевске открыли центр детский. Вы знаете, это программа, которая утверждена нашей партией, она выполняется. И вот сегодня мы четко выполняем эту программу, открыли центр, где вот вы увидите, присутствуют детки, они занимаются. Программа, разработанная специалистами, это очень радует, что вот дети потянулись, они чувствуют вот здесь, что им уделяют внимание, что буквально они разбились по группам, и каждая группа вовлечена в особую свою игру, и где они познают, дети любопытные, очень познательные, там прекрасные специалисты. И вот сегодня эти волонтеры этого института включились для того, чтобы создать эту площадку и помогать деткам вот переносить вот ту ситуацию, которая на сегодняшний день у нас в республике. Дети чувствуют внимание, чувствуют, какое к ним отношение, они любопытные. И сегодня, вот я вижу зал, детки пришли, занимаются, работают. А наши волонтеры с душой отдают вот те познания, то, что они умеют, рассказывают деткам. Ну, здесь все буквально. И спорт, и культура, и развлекательные программы, и гуманитарные программы. Но самое главное, вот здесь мы передали им и ноутбуки, и там сейчас особая программа, которой детки тоже вовлечены и занимаются. Вот то, что центры стали стабильно работать, безусловно, это такой хороший почин. И благодаря секретарю Генерального совета нашей политической партии «Единая Россия» Андрею Анатольевичу Турчаку, который специально смотрит, наблюдает, контролирует, помогает, чтобы этот процесс был налажен и четко в нашей республике выполнялся. То, что мы открыли здесь, безусловно, у нас есть программа, мы еще откроем в некоторых других городах. Это радует, чтобы и родители, и дети чувствовали о себе, о них, вот, что мы заботимся и беспокоимся. И создадим все условия, чтобы эти центры прекрасно заработали. Мне очень приятно, вот сегодня мы на площадке с проректором Донбасского государственно-технического института. Вот вместе смотрим, как работают наши волонтеры. И вот он хотел немножко добавить то, что непосредственно делает руководство института. Оно делает действительно, потому что они чувствуют ответственность перед партией, потому что они все члены единой партии «Единая Россия». Нас это радует. И они вносят огромную лепту вот в это, в этот наш развлекательный центр. Пожалуйста. Да, Виктор Дронович, действительно, мы вносим огромную лепту, но большую лепту внес, конечно, Виктор Дронович по его инициативе и, конечно, по возможностям партии «Единая Россия» был организован такой досуговый центр мероприятия для наших детей. Пользуется колоссальным успехом, мы должны сказать, не ожидали такого, что буквально на второй день поприходили дети с соседних улиц, с соседних районов. Раньше положенного времени они уже стояли, у них была очередь. Они ждали, когда же начнется досуговый центр. Для организации нашего досугового центра партия «Единая Россия» выделила огромное количество. Огромное им спасибо. Виктору Дроновичу огромное спасибо за эту инициативу, что в город Алчевск приехала. Мы видим и синтезатор сегодня с Виктором Дроновичем поиграли, и 4 ноутбука. И ну, много различных интересных, прежде всего, для детей игр. И даже не для детей, даже для нас они интересные, эти игры. Вот. Поэтому пользуются колоссальным успехом. И мы будем продолжать работать в этом направлении. Побольше таких мероприятий, побольше таких инициативных, креативных идей для нашей молодежи. И все будет у нас замечательно и хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Вам спасибо. 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 Хотя бы в твоих руках. Пожелания.
Детям же интересно. Конечно, там всем интересно.